Сейчас мы находимся в гостях у Бороды. Привет всем! Который собрал в обычной квартире сумасшедший трансформатор Теслы, способный выработать 2 миллиона вольт. Я хочу опробовать это сумасшедшее напряжение и пропустить его через себя. Что ты скажешь? Хорошая идея. Попробуй при этом выжить. Он огромный реально прям дыхание завораживает. Штуки тут прикольные везде. О! Пошла напруга. Уже страшней? Чё скажешь, Антон? Я лучше промолчу. Смотри, чтобы долбануло током, надо замкнуть электрическую цепь. То есть, когда ты находишься на площадке, ну, ты не должен ничего касаться. Я... Да. Опа. Типа индикатор поля. Тесла безопасность. Это ты на самую минималочку включаешь, я так понял. Ну да. Как внизу что-то. Мне показалось, что искрануло. Смотри, с концов уже начинают разряды. Лампы. Да, да, да. Попробуй, Маш, попробуй разряд. На кончике. О, о, на блин. Это больно было? А почему лупит так жестко? Я слышу звук какой-то страшный. Это из-за лампы? Да, может из-за того, что у меня руки вспотели. Жестко, да? Да нет, ты знаешь, бью. Да, а что, разряд произошел, да? Да ну тебя! Вау! Там такая дичь была! Там прям красный! Давай так пальцем! Да че ты не смотрите! Не, давай указательный пальцем! Нет, ты тут! Не бьет! Было! Мне сказали, Тох, снимай носки! Я снял носки, я не знаю, что меня сейчас вообще будет ждать! Надо, чтобы был контакт с железом, иначе будет очень больно! А это что, для чего? Че, по-моему, да, сесть? Держи. Главное контакт, чтобы был. Я бы сел бы с удовольствием тоже. По чуть-чуть, главное, раскачивай, а то Антоха с перепугу сейчас соскочит. Не-не-не, не соскочу. Чуваки, мне может глаза закрыть. Не-не, глаза не надо. Вся энергия уйдет в проволоку. Только на меня не направляй. А где лампа? Вот. Что, мне еще лампу взять? Не-не, лампа нужна. Ну да, держи лампу. Это типа индикатор. Вы что, я что, светильник вам, что ли, пацаны? О, ух ты, блин! Не, реально, пацаны. А что ты сделал, Антох? Слушай, а у меня руки потные. Блин! Ударило током. О, о, смотри. Ля, расколбас, это аж загорается. Наведёнка идёт. Что, чувствуешь что-то? Прям бьёт там. Где, а где, где бьёт? Да по всему телу, мандрак. Да ладно! Я тебе серьёзно говорю. Кстати, лампа нагревается, мне кажется, сейчас рука у меня поджарится. Сейчас взорвётся лампа. Сейчас, короче, тебя нормально подключим. Нормально подключим. Прям отмечаю по всему телу. Жесть, я не пойму, оно почему такой расколбас. Провод примотан. А кольца снимать, не снимать? Не, ничего не снимаю. Так нормально. Че, все? Прям пробивает реально. Ну так, чутка, я чувствую. О, по ногам. Ух ты, бьет. Блин. По ногам бьет. Капец, жесть. Я не осознаю просто, что происходит. Что происходит? Куда вы меня вообще клетите? Побери со второй руки железку и просто так пальцы. То есть, вообще, да, в сторону? Нормально пальца? Ух ты, а попробуй всеми пальцами. Ух, ничего себе! Может, вольги намотать? Реально, ваш палец почернел, смотрите. Не, это нормальное явление. А, понимаешь, они горячие. Вот эти разряды, они горячие. То есть, они тебя обжигают. Чтобы этого не было, тебе надо что-то металлическое в руке держать. Нормально, слушай, блин, подкоптился пацан. Может, лампу накаливания попробовать? Кстати, да, можно. Не бахнет она мне в руках? Капец, так это как красиво. Это слушай. Смотрите, никаких батареек, тупо обычная лампочка у меня в руках. Обалдеть. Вот, смотрите. А это аж перемигивает, глянь. Посмотрите, что мне творится. Видишь, как интересно. Да, да. Я как гуру, мастер Йода. А что случилось? Чувак! Ты к лампе прикоснулся? Я случайно! Еще и к голове, там надо так запахло. Чувствуешь, паленым запахло? Банан, давай. О! Блин! О! Хуй ты, блин! Охренеть! А если ниже руку опустить? Ух, ничего себе! Охренеть! А звук такой страшный. А в потолок? Сейчас! Соседа еще не будет? Слышишь, так смотри, что ты был, опусти вот эту руку опять, эту поближе. Ну ты опять! Жестко, чувак! Ну в натуре! Ты чуть дальше отходи! Да я не хотел, я говорю, эту руку пусти! Ты че, ты мне плечо поджарил? Я контент делаю, братан! Контент! Давай когда ты залезешь! Сейчас ты залезешь, я тебе такой контент устрою! Я не могу
друзья, на днях в магазине 5 кВт заказал себе такой вот электрофэтбайк. Его рама выполнена из алюминия. Она легкая, а главное, очень прочная. Купил я его специально, чтобы кататься на нем по глубокому снегу и осеннему бездорожью. Но он прекрасно идет и по асфальту. Вчера обкатывал его по окрестностям и был просто в восторге. В магазине предоставлены и другие версии велосипеда всевозможных расцветов и комплектаций. Есть даже полноприводная версия и версия с редукторным мотором. В магазине также можно купить и комплект мотор-колеса с аккумулятором и превратить любой свой велосипед в электрический за час. Упаковка очень крепкая, а доставка всего за пару дней. Оплата при получении. Ребята очень грамотно меня проконсультировали. Короче, хороший магазин. Может, яблоко попробовать? Да. Ёлки-палки. Оно аж зажигает, прикинь. Боже, это хвостик, оно горит. Горит, как свечка. Бля, красная какая-то. Бля, оно вообще горит, капец. О, все, ты ух. Вот таким вот нехитрым способом тут мы пацаны, сделали печеную яблочку. Тут, пацаны, там уголек. Где? Диван он ждет. Нет. Жестко, а? Ну че? Я кричу, все стоят. Никто тебе подойти не может. Я уже попробовал. Чуть нас двоих убило. Ты прикинь, какая мощь у меня сейчас просто в руках. Я вообще в шоке. Вот это колбас пошел. Офигеть. Слышишь, это летает. Это гитара. Как будто на мопеде каком-то круг. Да. Смотри. А! Вы пока не выставляете. Попробуй стенды. Вот он вниз. Вниз. Я уже к камере боюсь. Ничего себе. А ты не сюда, Рай, какая? Ну, надо кто кого? Она сильно будет бить? Ты отсюда хочешь? Ты еще подо мной провода лежишь. Че, припекло? Там сосед сверху не это или там норм все? Нормально. Жесть, колбасит. Прикинь, я прям такие вспышки вижу, как звезды. Это еще не на макс. На латре с того. Половина сейчас. Половина? Да. 2 метра будет до той камеры. Так может камеру чуть-чуть отодвинуть? Прямо, прям на камеру? Да. Охренеть! Ты что-то чувствуешь? Ну, иди. А может потолок? Повыше. Можно как-то плавнее? Блин, соседи, прикиньте. Чувак, может, стопэ покажешь? Блин. А как тогда? А мы чуть-чуть подождем, он заснет и продолжим. Давай. Ну а пока я покажу, как это все работает. Это фаза висит у тебя или ноль? Угу. Толстый провод, сварочный, по нему идет 220, и приходят они вот сюда, на латер. Латер просто зверь, на 20 кВт где-то. Зачем он вообще нужен? Можно плавно добавлять напряжение, сколько угодно, хоть 10 вот поставить, хоть 150, хоть сколько угодно, тем самым регулируя мощность всего трансформатора Теслы. Дальше регулируемые 220 подаются на вот этот вот агрегат. Цель его повысить частоту. То есть из 50 Гц, которая в сети, частота повышается до сколько? 100 кГц. 100 тысяч Гц. Там ключи должны стоять, радиаторы. Там ключи, да, там, короче, все есть. 50 B60. Маленькие такие от сварочника, да. И сколько штук их там? 4. Мост. И питается, то есть 220 в 315 постоянки. 315 да, и вырабатывают там выкатюр 2 миллиона. То есть классическая схема. А сколько киловатт жрет это все устройство? Не больше 20. Не больше 20, а сеть. Это сильно, в импульсе. Сильно садит. Тут сеть 30 кВт. Потом вот по вот этим толстым акустическим проводам выходит уже ток высокой частоты и подается вот в эту тумбу. А внутри этой тумбы стоит вот такая вот катушка. Это вторичная обмотка того самого трансформатора Теслы. Вокруг нее находится первичная небольшая обмотка, которая, собственно, подсоединена на эти провода. За счет разницы витков, первички там мало, во вторичке около 1000, происходит повышение напряжения с 220 вольт до 2 миллионов. А выдержит ли такое напряжение телефон Nokia? Цифры работают. Ух ты, блин! Жесть!
Пиши, стоит ли посмотреть реакцию нашего Барсика на эту напругу? Барсичек, Барсичек, не бойся. И на что же способен трансформатор, как в настоящем электрическом стуле? Подпишись, чтобы не пропустить. Новый сезон электрического сумасшествия только начинается. Капец! Вау, какие звуки! Капец!